Everyone, welcome back. The verb of the day – играть, to play. Играть. Я играю, ты играешь, он, она, оно играет, мы играем, вы играете, они играют. Now examples. Я играю в волейбол. Я играю в волейбол. You can add any sports here. Футбол, в хоккей, в баскетбол, в бадминтон, в гольф. Anything. Я играю в волейбол. Ты играешь в видеоигры. Ты играешь в видеоигры. Он играет на гитаре. Он играет на гитаре. Мы играем в покер. Да? Full house. Мы играем в покер. Вы играете в Голливуде. You see, just like in English, we can use this for actors, like playing some character. Вы играете в Голливуде. Дети играют в детской комнате. Дети играют в детской комнате. That's it for today. Thank you very much for learning with me, and I hope to see you next time. Next time we're talking about the verb думать. Думать. So, see you soon. Пока-пока.